Иногда мне казалось, что я как на американских горках. Эмоционально, но абсолютно безболезненно. То есть это не те ощущения, которые ты испытываешь в спортзале. Именно потому, что путем занятий невозможно добраться до этой глубокой мускулатуры. Чтобы узнать больше об аппарате M-Sculpt, в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, меня зовут Мария. Я с огромным удовольствием хочу поделиться сегодня с вами ощущениями после посещения Дома красоты Aristel и своей первой процедурой на аппарате M-Sculpt. Я гость Дома красоты Aristel уже примерно полтора года. Процедуры, которые я делаю у доктора Дарьи Галинской, они в основном уходовые, длятся час или полтора. После процедур эффект, по крайней мере, на своем лице я вижу сразу же. Лицо более подтянутое, ухоженное. И все, что обещала мне доктор, оно всегда получается, и это отражается в зеркале. Я согласилась пройти эту процедуру после того, как мне ее порекомендовали, именно потому что эффект, который мне озвучили, он был очень конструктивный, и не было совершенно никаких сомнений в том, что требуемый мной результат, он будет реализован здесь. Ввиду того, что мне объяснили, что процедура на этом аппарате абсолютно безболезненная, никаких специальных подготовок я не делала. Ощущения во время процедуры очень эмоциональные. Такое впечатление, что под прессом происходит какое-то внутреннее давление, оно очень сильно ощущается. И иногда мне казалось, что я как на американских горках. Вот мышцы, самые, мне кажется, глубокие группы мышц включаются в работу, и этот аппарат наносит давление, поэтому мы и смеялись, и даже где-то излишне смеялись. Эмоционально, но абсолютно безболезненно. То есть это не те ощущения, которые ты испытываешь в спортзале. Именно потому, что, наверное, естественным путем и путем занятий невозможно добраться до этой глубокой мускулатуры. Я могу сказать, что отношу себя к привередливым клиентам. У меня очень тонкий болевой барьер, и любые процедуры инъекции я делаю с анестезией. Процедура на этом аппарате, она безболезненная, просто, возможно, какая-то нервная система подключается, и они просто ни с чем не сравнимы, эти ощущения. Слово «боль» к этой процедуре, оно совершенно неприменимо. Вот, это 100% нужно попробовать, и тогда вы поймете ощущения. Доктор сказала мне, что никакого реабилитационного периода после процедуры не будет, поэтому все очень легко. Клиент приходит на процедуру, получает удовольствие в течение получаса и уходит с результатом. В данный момент я прошла первую процедуру, и тело чувствует легкую усталость, как будто после тренировки, потому что тело тоже работало. Для себя я отметила большой плюс того, что работа над телом – это очень кропотливая работа, и когда ты ее делаешь сам, эффект он более длительный. Данный аппарат он позволяет получить удовольствие и видимый результат. Поэтому, конечно, для людей, которые следят за своим состоянием, за своей фигурой, я посоветую данную процедуру, потому что она очень эффективная. После процедуры на аппарате M-Sculpt я, безусловно, чувствую такую легкую усталость, потому что мышцы были включены в работу. И, конечно же, я с огромным удовольствием посоветую эту процедуру друзьям, потому что эффект в зеркале виден налицо.